Главная цель фестиваля – популяризация армейской песни и патриотическое воспитание молодежи. Ежегодно в фестивале принимают участие от 300 до 500 военнослужащих различных родов войск и представителей других силовых ведомств. За 22 года существования фестиваля среди его участников были военнослужащие из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Норильска, Мурманска, Владивостока. В этом году в числе участников и представители погранвойск из Армении, Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана. Естественно, вот этот национальный колорит, который присущ этим нашим коллегам, вот, будет, естественно, богатеть, безусловно, наш фестиваль. Независимо от предназначения, музыка, она по своим правилам, единым каналом существует. Фестиваль пройдет в Зимнем театре. Участники выступят в 6 номинациях. Среди них авторы, исполнители, музыкальные ансамбли, духовые оркестры. Традиционно на фестиваль в качестве членов жюри и почетных гостей приезжают преподаватели Института военных дирижеров Военного университета Минобороны, члены Международного союза деятелей эстрадного искусства. В рамках фестиваля, помимо выступлений на сцене Зимнего театра, запланированы выездные концерты участников в воинских частях и здравницах Сочи.